Друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня в Roblox Tower Battles я буду тестить мортиру, минометчика, короче. Я им еще, если честно, ни разу не играл. Так, будем тестить один на один вместе с моим подписчиком, ему привет. Так, давайте поставим ферму и... Так, апнем ее, не апнем. Так, а мы сможем минометчика поставить, интересно, на первой волне? Давайте глянем. Так, 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 сейчас мы максимально продержимся. Я попробую его воткнуть, успеть. Если не успею, тогда поставлю джипаря. Джип-патруль стоит 400, минометчик 800. Сейчас я хочу, вот, нормоль. Так, 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 так. А, он же только наверх ставится. Так, 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 так. Вот сюда куда-нибудь есть. Так, все, нормуль, мы поставили минометчика, сейчас глянем, он пока вроде уничтожает. Хочу зачитать вам его характеристики. То есть, в чем он вообще, в чем суть? Он ставится только наверх, на возвышенность, так же как и снайпер и риоганер. И в основном его вся фишка в том, то, что он наносит сплэш урон. У него есть вот этот радиус как бы взрыва. Давайте мы его апнем, наверное, еще, чтобы увеличить радиус нашего взрыва. На первом уровне, который стоит 240, он увеличивает радиус взрыва. На втором уровне за 480 он увеличивает еще больше радиус взрыва. На четвертый уровень, когда мы его апаем, стоит 2500, увеличивается повреждение с 3 до 6, то есть плюс 3 повреждения идет. Увеличивается небольшой радиус обзора и радиус взрыва сильно увеличивается. И на пятый уровень 9600 увеличивается сильно повреждение плюс 44, то есть до 50 увеличивается, и также увеличивается радиус обзора и увеличивается радиус взрыва. А еще, кстати, на четвертом уровне он видит скрытых хайденов. Ой, мамочки, у нас он почти прошел. Давайте я поставлю джипаря и джипарика апну. Потом я это все продам. Джипаре имеется в виду. И буду играть только одними мортирами. Посмотрим, на как далеко я смогу зайти только одними мортирами. Так, а давайте, наверное, поставим... Нет, давайте не поставим. Давайте я апну-ка ферму нашу. Без ферм там никак вообще. Джипари у нас только в начале помогают. Так, а между прочим, я уже пропустил, пока я зачитывал характеристики, я маленечко пропустил 15 штук. Ну да ладно. Давайте. Я вот думаю, либо проапать его максимально, побольше, либо поставить их парочку. Но для начала мне нужно ферму апнуть. Здорово, дружище, здорово. Так, 550, лейку, конечно, покупаем лейку. И теперь я буду ставить несколько мортир. Мне нужно еще мортиру поставить. Мне нужно как-то, чтобы закрывать вот этот вот проход. А, нет, мне нужно еще его проапать. Лучше, чтобы он видел скрытых, потому что будет печально сейчас, если побегут скрытые у нас хайден ниндзя этим, и потом пойдут боссы. Нам нужно обязательно, чтобы он видел скрытых. Иначе будет печалька. Так, вот мы уже апнули мортиру на третий уровень. У него больше стал радиус взрыва. Вот этот сплэш урон. Видите, уже практически вот такой бэнчик. Вот он желтеньким высвечивается. Нормально, мне нравится. Пока мне нравится. Конечно, я до 30-й волны не смогу дойти, наверное, одними только мортирами. Но я попытаюсь. Ладно, давайте поставим еще одну мортиру вот сюда. Тоже за 240 ее апнем. Нет, не апнем, денег не хватает. Сейчас, кстати, босс пойдет. Давай. 240, чуть-чуть осталось, еще соточку. Потому что стреляет он очень как бы редко. Не так-то быстро у него эти пульки вылетают. Ну, давай, маленько осталось. Так, у нас тут босс уже идет, кстати. Восьмая волна. Первый босс у нас 180 жизней у него. Все, за 240 апаем. Теперь я буду копить либо 1000. Нет, давайте-ка я лучше поставлю еще одну ферму. И ферму апнем. Ну что, как босса-то они завалят? Так, а нет, нема. Сейчас, если не ошибаюсь, по 3. Да? Вот так лучше засечь. Сколько повреждений нанесло? 49. Да, по 3. То есть мортирщик своим одним выстрелом срубает 3 хп у босса. Но чем хорошо, они очень хорошо расправляются против групп волн мобов, зомбаков. То есть когда в толпу они стреляют из-за сплэша своего, они хорошо их уничтожают. Но против одного босса это просто нереально.
очень маленькое повреждение. Самое вообще идеальное их ставить, например, с фазерами. Фазеры, чтобы разгонялись, били боссов, а мортирщики, чтобы убивали тех, кто, ну, то есть вот эту мелочевку всякую убивали. Расчищали путь для фазеров, как бы можно так сказать, наверное. Было бы вообще прикольно. Так, давайте апнем ферму на 4 левел. И вот, кстати, у нас пошли уже скрытые. А скрытых я не могу сейчас убить, потому что мы их не видим. За 2500 тоже не успею сейчас апнуть, наверное. Или успею. Так, давайте-ка я поставлю лучше еще одного мортирщика, чтобы нам вот эту всю кучу разгребсти. Потому что джипарь у нас там нормально, джипарь справится. Все, сейчас джип выйдет и убьет. А у них жизни-то осталось. Одного единичка, а второго четверочка, то есть 5. У нас еще у джипа останется 55 жизней. Нормуль. Так, у нас уже тут два босса идет. Сейчас мы от этой мелочевки сейчас... Смотрите, как, кстати, они клево разгребают большие волны. То есть, когда большая толпа идет, мелочевки, они хорошо сносят. Это очень хорошо. Так, давайте апнем ферму. Все нормально, ферму апнули. И сейчас, наверное, успеем еще апнуть на четвертый уровень. Отлично, все, на четвертый уровень ферму апнули. И у нас уже три минометчика. Вон красавцы наши стоят. Ладно, пускай стоят. Боссы, боссы, боссы. Нормально. Вот сейчас главное скрытых. Так, а мне, чтобы скрытых видеть, за 2500 надо бы апнуть. Потому что уже идет большая толпа. Сейчас самое главное убить боссов. Нет, мы не успеем. Да, самое главное, чтобы они прошли. А, кстати, скрытых тоже уничтожается. По ним он не стреляет. Но так как они проходят мимо боссов, а мы стреляем по боссу, то скрытых тоже, хайденов, мы убиваем. Прикольно, кстати. И машина, еще джип нам тут поможет, дозачистит. Вот тут идут мистери, из них вываливаются какие-то рандомом тоже юниты. Бывают боссы вываливаются, это тоже печально. Так, за 2500, нет, давайте-ка я поставлю лучше ферму. Пока вроде у нас все нормально, я поставлю еще ферму одну. Максимально ее проапаю. Так, и поставим еще четвертую, наверное. Так, сколько у нас они тут родили? Два зомбака. Родили нам двух боссов, нормально. Тоже, думаю, зачистим максимально. Ну, сейчас я хочу поставить лучше еще одного мортирщика. Поставим его куда? Поставим вот сюда, наверное. Ну, давай, втыкайся, товарищ. Все, есть. И апнем его раз, апнем два. Хотя бы на третий уровень. И тут у нас тоже вот так вот. Все, пускай вот так пока остается. Зомбака одного убили. Босса, второго зомбака, босса практически. О, уже большой радиус вообще, сплэш урон. Я хотел еще глянуть, что там у нас у соседа творится. Так, давайте я наведу на ферму, сейчас, чтобы ферму апнуть потом. Товарищ, как дела? Так, у него что у нас есть? Понятно, у него тоже, кстати, мортирчики и автоматчики там и так далее. А, кстати, мы тоже, и джипари у него есть. А ферма есть? Фермы у него нет, он играет без ферм. Ага, ну ладно, нормуль. Посмотрим. Я хочу посмотреть, как далеко я смогу зайти чисто одними минометчиками. Мамочки, у нас уже идет некромансер, который поднимает зомбаков. Так, 500 осталось, нужно быстро апнуть, успеть ферму. Давай. Кописька, денежка. Осталось еще 300. И апаем ферму на 5 левел. Сейчас они приносят по 500 на 4, а будут приносить... Одна ферма 5 уровня приносит 1500. То есть в 3 раза больше она будет приносить. И она окупится за 3 волны у нас. Это довольно-таки быстро. Но. Товарищ, давай. Сотни осталось. Так, а может мне лучше что-то другое апнуть? А то что-то как-то мне кажется больно сейчас будет. Сейчас-то ферму я проапаю. Давай. Нужно успеть ферму апнуть. Есть, ферму успели апнули. Теперь ставим еще срочно минометчика одного. 800. Давай. Мой хороший. Раз, два. Все, апнули. Так, идут боссы. Вот сейчас пока они валят боссов, и мимо них пробегают вот эти мистери, надо, чтобы как можно больше их тоже задело. Мамочки, там что, некромансер что ли? А, нет, Хайден вылез. Не, Хайдена мы завалили. О, еще один босс родился. Так, а какой у него там радиус обзора? Мне что-то кажется, что нужно еще вот сюда поставить. Минометчика, чтобы закрывать нам максимально вот этот радиус. Выход. Закрывать выход. Потому что вот эти, конечно, не дотягиваются. Так, как у нас там дела? Сколько боссов-то идет? Ой, что-то опасно, мамочки.
Так. Опасно, товарищи, опасно. Давайте поставим вот сюда еще одну мортиру. Пускай стоит. И вот сюда. Сколько у босса? Так. Мамочки, да что-то тяжело. Сейчас они могут пройти, кстати. Надо срочно поставить еще одного джипаря, я их потом продам. И апнуть его, чтобы по 60, чтобы нам хотя бы вот от этой волны избавиться. Сколько осталось у босса? У босса осталось 80. Нет, я если даже он дойдет, то я, в принципе, более-менее выживу. Да? Но это не точно. А здесь кто у нас идет? Мамочки, тут у нас некромансер идет. Все, короче, мне хана по ходу дела. Ну-ка, я вот сюда смогу поставить? Да, вот сюда еще могу поставить. Все, дошел босс. 60, у меня осталось 20. И самое главное, нам нужно еще, чтобы сейчас джипы пошли. Давайте еще джипы поставлю. Что-то тяжко, капец, что-то тяжко одними минометчиками играть. Так, все, и сколько у босса там осталось-то? 80. Еще ставим. Все, у меня уже 15. У меня максимальное количество. Все, я более-менее вроде зачистил. Хайденов зачистил. Фу. Так, более-менее что-то я выровнялся. У меня осталось 28, обалдеть. Я хочу апнуть максимально какую-то, кого-то. Так, кого бы мне максимально проапать? Наверное, давайте вот этого, кто наверху стоит. Либо вот этого. Нет, давайте вот этого. Так, за 2500 сейчас апаем. Вау. И на последний левел нужно 9600. Это чтобы у него повреждение было уже 50. По полтиннику она будет рубить. Так, и мне еще фермы надо апать. Мне еще фермы не апнуты. Так, у нас все зачищено тут более-менее. Так, идет некромансер и идет босс. Второй босс 1600. Они всего по 3 снимают. Обалдеть. Короче, тяжело. Одними мортирами будет очень тяжело. Там 9600. Нет, надо ферму апнуть нам за 4000. Потому что... Нет, я не буду, наверное, ферму апать, потому что мы этого босса можем не успеть задавить. У него 1600 жизней, а мы снимаем всего ему по 3. Все мортиры мои, у них большие радиусы обзора, но толку-то. Потому что сплэш урон у него в основном, но снимают они всего по троечку, не так-то и много. Точнее, это вообще мало. Осталось еще накопить 9600. Тогда мы будем уже по полтиннику рубить. Надо хотя бы одну мортиру успеть проапать на... 5 уровень. Потом я продам джипы и воткну одних мортирщиков, минометчиков. Если, конечно, я доживу до того. У нас всего 19-я волна, но я думал, где-нибудь до 25-й я должен дожить. Но это не точно. Сколько у него жизней осталось-то у босса? У босса осталось жизни 800. В принципе, не так много. Сейчас еще одна волна, фермы принесут, и я втыкаю. 9600, все, нормуль. Вот у нас минометчик, красавец наш. Вау, нифига у него ракета какая, пушка появилась. На 5 уровне, уже сносит он по полтиннику. И здоровый, очень большой появился у него радиус взрыва. Бенчик, вот он какой большой. Прикольно, конечно, прикольно. Так, давайте я воткну ферму, наверное. Нет, я не буду втыкать ферму, я буду копить 4000 на ап фермы. Ну что, мы его убьем, надеюсь. 100, да, все, нормально, мы его завалили. Так. Апаем ферму и апаем 2000 осталось почти. Сейчас апнем еще одну ферму. 4 фермы, наверное, я поставлю. Потом я продам эти джипы. Давайте глянем, что там у соседа у нашего. Как дела? А у него все нормуль. Так, боссов они убивают. У него тоже мортиры есть. Хайденов тоже убивают. А кем он играет? У него, походу, нету никого Мандаса, я не вижу. Нету Фазера и нету Риоганера. Ну, хотя, может, еще просто не накопил. Так, апаем ферму. Есть. Так, как у нас тут дела происходят дальше? Пока нормально, все зачищаем. Так, еще ферму. Быстро надо четвертую поставить. Продаем джипаря, ставим ферму. Апаем максимально ферму. Так, у меня все, 4 фермы. Пока, наверное, достаточно будет. Давайте я проапаю еще одного минометчика максимально. Так, 2500 и на 9600 нужно сейчас, на 5 уровень, чтобы тоже он снимал по полтиннику. Потому что, уже 2 босса идет. Но, кстати, чем хорошо, когда они стреляют по одному боссу, так как сплэш-урон сразу же отнимается. О, а что, все что ли? Что-то быстро. Быстро получилось.
Просто он, наверное, слился. Но ничего страшного, мы зато затестили минометчика. Я рассказал про его характеристики. И мы продержали, сколько там волн, около 20. В принципе, нормальная мортира, можно ее брать для того, чтобы она зачищала нам как бы мелочевку боссов перед боссами. Мелочевку зачищала, чтобы файзер нарезал уже чисто по одним боссам, чтобы он не тратил время на мелочевку на эту. Ну все, ребята, как-то вот так вот. Прикольно затестило, конечно, минометчика. Можно его будет брать с собой. Все, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.